Произошел год назад страшная трагедия 30 сентября 2020 года. Сгорело 60% поселка, это 186 дворов полностью и где-то 72 частично. Спустя где-то полгода возникла идея поставить памятник жителям, которые погибли в этом страшном пожаре. Четверо в эту страшную ночь погибли, и один спустя 18 дней умер от ожогов в Харькове.